Всем привет! Этим очень ранним субботним утром мы находимся в одной из красочных подворотней Краснодара, на улице Красноармейской. И здесь у нас интересное мероприятие, организованное отделом информатизации и общественных связей ГУВД Краснодарского края. Это квест, в котором будут участвовать студенты университета МВД. Подскажите, вот этот квест, который сейчас проходили ребята, он основан на каком реальном деле? Когда, например? Действительно, мы квест основывали на реальных событиях. На протяжении ряда лет на территории Екатеринодара и Кубанской области орудовала банда так называемых душителей. Они знакомились с сезонными рабочими, которые возвращались с заработков. Отводили их в трактир, поили спиртными напитками, куда подсыпали снотворное. Потом отводили в укромное место и душили. В 1909 году осенью был найден главарь этой банды. Впоследствии другие участники преступного сообщества. Все они предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Вот этим конкретным преступлением какие-то, может быть, еще есть интересные случаи, да, из того периода, который вы, может быть, планируете? Да, мы нашли в архиве несколько, скажем так, интересных и любопытных уголовных дел, в том числе там связанных с аферистами, мошенниками. И если все будет, все удачно для нас сложится, мы продолжим. Спасибо за работу таких. Очень проектов. Интересный квест был. Будем очень ждать. Спасибо. Спасибо вам. Ой, мы тут как вы нервные. А что, где наша работа? А вот, да. Вот отсюда стоит. Ну, пройдемте, посмотрите, увидите. А вы, милейший, подскажите мне, на котором часто сидели, в чем дорога? Да, они почти до утра сидели. О чем говорили тут там? Много дорог. Подносил, приносил и все? Нет. И не слышал ничего? Ну что, вот, ну, знаю. Вот тот, знаю, который вот веселый, да, был, он, да, вечно вот на брекет смотрел. Ага. И он такой вот, ну, своеобразный. Почему я обратил внимание? Да. Он своеобразный. Ага. Крышка у него резная была. Ага. Вот. А золотой прикрыл? Нет, он, ну, серый. Может, серебро, может, серебро. Не предлагал его? Нет. Никому? Нет. И ты не спрашивал? Нет. Ну, а мне принес. Ну, вот. Есть? Мне кажется, это бывшее время. Сколько отзывается? Вы бы еще громче закричали бы на весь город. Что вы, ребята, себе позволяете? Ну что же, ну что же. Нам тоже скрывать нечего. Какие-то вы непонятные разговоры, господа, ведете. Рано утром приходите. Честных людей смущаете. Со мной. Все, нету. Значит, бита. Прошу вас. Так, так, так. Потом все. Как дела? Потихонечку. Вася, да, да. Как погода на улице? Это кто? А это Сашка. Нет, нет, никого. Кто там? Девочка. Девочка соседка. О. Тетя Таш, гости на вас. Наташ, ты кого-то ждешь? Нет, никого. А кто это? Да девочка соседка.
Так, а ну, мать, иди. День добрый. Встать. Добрый день, господа, не имею чести звать. Встать, сыскная полиция. А с чего? Что случилось? Вы арестованы. Я? Вы арестованы, да, вы. За что, простите? Встать, я говорю. Отойди в сторону, мы так будем. Господа, как я могу быть арестован? Вы арестованы за убийство. Встать, я говорю. Какое убийство? Встать. Может, у вас и листик есть? Также имеется. Прошу, вот, имеется. И что там? А что там? Встань, говорю! И здесь нашли. Легавый! А! Собаки! Ну, давай! На землю. Ноги под себя. Руку за голову. За голову. Давай, спокойно. Все хорошо. Все.